На Ямале сформируют народную программу. Свои наказы или предложения жители могут оставить на интернет-портале np.ir.ru. Его запустила партия «Единая Россия». Северяне вправе выйти как самостоятельной инициативой, так и проголосовать за уже размещенные идеи. Темы могут быть самыми разными. Например, это предложения, связанные с развитием страны или региона, поддержкой семей с детьми и инвалидов или введением новых социальных и налоговых льгот. В общем, задача очевидная – улучшить качество жизни ямальцев. Все предложения, которые войдут в народную программу, парламентарии возьмут за основу своей работе. Оставить свое предложение на интернет-портале можно до конца августа. Каждый житель Ямала может пройти анкетирование и обозначить инициативы, которые важны, на его взгляд, для региона. Или внести свои собственные предложения по улучшению, например, какой-то из сфер нашей жизнедеятельности. Если кому-то, в силу возраста или обстоятельств, неудобен онлайн-формат, то мы предлагаем возможность пройти анкетирование, ставить свою анкету в региональной или местных общественных приемных партий.